Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Александра Епифанова, стилист. Саш, здравствуйте. И вот, наверное, первый вопрос у меня такой. Осень настала, да? Расскажите, пожалуйста, что модно вот в это время года и в этом году конкретно? Давайте я лучше пойду от противного и расскажу, что не следует делать. Сейчас век легкости настал, век естественности. То есть мы больше подчеркиваем то, что дала природа, а не рисуем лица заново. То есть я хочу сказать, не надо делать яркий макияж, особенно с утра, не надо делать искусственные цвета волос чересчур, и не стоит выделяться ярко в одежде. То есть лучше найти то, что вам комфортно. То есть если вам самой не удается это сделать, обратитесь лучше к профессионалам. Вот, по поводу стрижек и укладок тоже. То есть в чем вам комфортно ходить, сейчас нет таких вот именно четких критериев. Вот это модно, вот это модно, вот это модно. Мы делаем то, что вам идет, то, что к лицу. И в чем вы, с чем вы потом будете себя чувствовать легкой, красивой и привлекательной. Ну вот осень – это как бы новое время года, да, вот, ну, мы женщины – существа такие, что чаще всего, наверное, именно осенью хочется что-то вот взять и просто конкретно в себе изменить, да. Ну, не знаю, блондинки стать брюнеткой, брюнетки – блондинкой, ну, как бы часто бывают такие желания. Вот как вы считаете, стоит ли идти вот на такие вот вообще крайние меры, да, резкие меры, или все-таки подумать? Да, стоит, но в первую очередь вам стоит прислушаться к себе, то есть готовы ли вы менять себе что-то, то есть поменять цвет волос или поменять там макияж, поменять формы одежды, это все можно, то есть очень легко, а то есть потом вы не сможете с этим ходить, и если в душе вы блондинка, например, вас перекрасить в какой-либо другой цвет, вы все равно будете в душе блондинкой и вернетесь опять к этому, то есть вам надо провести некий диалог с собой, и, то есть хотите вы этого или просто блажь ваша очередная, или просто может плохое настроение, вы так, ой, пойду перекрашусь, и то есть все будет у меня хорошо, а в душе останется состояние тоже, а цвет волос придется возвращать. И, конечно, прислушивайтесь к своим мастерам, то есть если ищете нового или если ходите уже к понравившемуся мастеру, что он вам предлагает. То есть ведите диалог с ним, нравится то, что предлагает, не нравится, то есть в дискуссию входите. И когда вы придете к общему результату, я думаю, все получится, все изменения будут к лучшему. То есть вы считаете, что состояние души и цвет волос – это вещи связанные, да? То есть если я в душе блондинка, то краситься в черный мне не надо? Да, конечно. Вы же это все равно несете в люди, то, что все равно вам комфортно в этом цвете. Просто знаю несколько лет вас, и как бы все время вы блондинка. И просто уже не представляю с другим цветом волос. То есть еще зависит, от, например, от тона кожи, от типа человека, от цвета глаз. То есть если перекрасить блондинку в темный, это может сразу плюсом сделать 5 лет и ни к чему хорошему не приведет. А вот с технической точки зрения, ну, всегда считалось, да, что, например, перекраситься там из рыжего в белый или из черного в белый, ну, как бы лучше вообще не стоит даже пытаться этого делать. Вот современные технологии, они позволяют на такие эксперименты? Не стоит пытаться этого делать в домашних условиях, никогда, ни при каких обстоятельствах, иначе потом, в лучшем случае, вам просто отрежут спаленную, так сказать, в кавычках, часть волос. В худшем случае какие-нибудь травмы кожи головы это приведет. А сейчас очень много профессиональных средств, большой рынок красок для волос, большой рынок уходов, укладочных средств. И поэтому все зависит только от мастера. Можно вывести, только не сразу. Можно изменить, поменять цвет, но все равно это травмирует. Чтобы не писали на красителях, какая бы реклама ни была, все равно любая краска – это определенные химические процессы, они травмируют волос. Саша, а вот если приходит девушка, да, и хочет чего-то, ну, не знаю, может быть, нереального, но, в принципе, чисто гипотетически это можно долго, упорно, да, вот воплотить. А будете отговаривать или нет?
Если зависит от многих факторов. Если у девушки красивые, шикарные волосы, она хочет делать что-то, что им конкретно навредит, конечно, я буду отговаривать, и чаще я не беру. А вот ситуация, такой, например, отрезать длинные волосы. Кощунство нет, такое. Для меня девушка это всегда как бы с длинными волосами, с глянцами, с ухоженными. И как бы мне всегда с очень дрожащими руками отрезаю волосы, мне всегда жалко. А вот, кстати, короткие стрижки как-то в тренде, нет? Опять же, к лицу, если зависит от возраста, да, нас никто не отменял такое негласное правило, чем старше возраст, тем короче стрижка. И да, конечно, носят короткие стрижки, но все равно, как бы, в наше время, сейчас, когда ушла вся вычурность, когда ушла вся пошлость с образов, все равно остаются ухоженные, гладкие, глянцевые волосы. Вот мучающий меня всегда вопрос на протяжении многих лет, вот челка быть или не быть? Челку, вы знаете... Вот всю жизнь отращиваю, потом отрезаю. Ну, хочу сказать, это 80 или 90% девушек, которые приходят там, Саша, отстригать челку. Вот, я их, конечно, пытаюсь сначала отговорить, потому что все равно потом будут отращивать. Но, как практика показывает... Режем, отращиваем. То есть, кто не хочет конкретно менять длину или форму стрижки с помощью укорачивания челки или отращивания челки, пытается измениться как-то. В более легком варианте. Да, в более щадящем, легком варианте. Безболезненно, так сказать. А еще у меня такой вопрос. Вот лето прошло, да, все мы загорали, отдыхали. Многие там были где-то в более жарких странах. Волосы, конечно, ну, вредятся, да, повреждаются за летний период. Вот есть какие-то средства, может быть, самые распространенные, да, как вот вернуть хороший вид? Ну, хочу сказать то, что... Волосы повреждаются не только от солнца, они повреждаются от ежедневной сушки феном, от вытягивания утюгов, утюгами. И, ну и солнце, конечно, вредит. Во-первых, хочу сказать, когда летите куда-либо отдыхать, обязательно SPF-защита. Будь то кожа, волосы, это обязательно. То есть солнце очень радиоактивное сейчас. И защита никогда не повредит. А восстанавливать смотрят степени повреждения волос. То есть, если волосы совсем убиты, то лучше отстричь, а не сохранять длину, да, там моноволокно на концах, когда уже смотрится. А в домашней серии сейчас очень много уходов. Масел, кстати, очень хороших из бытовой линии. Просто питайте, увлажняйте. Если волос совсем испорчен, вы не восстановите его никогда никакими средствами, брендами. То есть вы можете поддерживать только товарный вид, так сказать, ваших волос. Ну, кстати, касаемо брендов, вот есть смысл пользоваться именно брендовой какой-то косметикой, дорогой косметикой, да, а не покупать вот шампуни, бальзамы, ширпотребные? Ну, по поводу шампуней, например, могу сказать, у них главное свойство удалить грязь с волос, с кожи головы. То есть главное, чтобы у вас не было аллергии на него. А по поводу ухода, ну да, я сам предпочитаю некоторые бренды профессиональные и всем своим клиентам тоже советую пользоваться косметикой, ну, которую я предпочитаю. Ну, либо которым нравятся бренды моим клиенткам. Саш, ну и, наверное, вот такой еще вопрос. А что бы вы посоветовали просто женщинам, да, чтобы вот они были красивыми, ухоженными, не грустными осенью? Осенью хочется... Я бы посоветовал больше улыбаться. Улыбка всегда несет что-то хорошее, даже просто когда вы улыбнетесь человеку. А по поводу внешности я бы посоветовал просто подчеркивать то, что вам дала природа. Немного можно корректировать, соответственно, косметикой, стрижками, цветом волос. Вот. Не надо никакой вычурности, искусственности. Это все уже давно ушло. Это, может быть, было модно лет 5 назад. И то, что дала природа, это самое лучшее, то, что мы можем использовать. И не надо одинаковый макияж, одинаковые стрижки. И если это все делать, девушки, получается...
одни на лицо, да? Моден смоки айс. Угу. Вот все девушки смоки айс. То есть и получать склоны, штампы. И просто будьте собой, ведь вы этого достойны. Самое главное – сохранять индивидуальность. Да. Ну что ж, Александр, спасибо большое. А нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Александр Епифанов, стилист. Это программа «7 минут». Увидимся, конечно же, будьте красивыми.